Всем доброго времени суток, дорогие друзья, на канале Юди за микрофоном, по-прежнему я Андрей, сегодня мы с вами продолжаем играть в игрушку под названием Сталкер. Сталкер, True Сталкер. Отправляемся с вами вот в эту вот локацию. Вот так вот, вот так вот. Скриншотик намутил. Все, погнали. Лаборатория X18, в прошлой серии обещал, что все сходим. Вот как раз и пошли. Бандитская долина. Ну, ее так-то темная называют. Но по факту там, кроме теней Чернобыля, всегда бандиты тусовались, как я понимаю. А, нет, в тенях Чернобыля там, по-моему, тоже бандиты, да. В чистом небе там свобода сидит. Мы пришли. Идем, только не шубурши особо. Тут наверняка полно всякой дичи. По-быренькому все осмотрим наружу. Я тут долго торчать не собираюсь. Тогда пошли. Найти мастера живым или мертвым. А, там в другую сторону. А, подрубаем свой фонарь. А, ну вот как раз таки походу и мастер, да? А, ну карты у меня здесь нет, да? Опа-на. Артефакты, бабло есть? Есть, а чё? Это, походу, где-то снизу. Погнали ниже. Разобраться с мутантами. Пацаны, дайте я первый пойду, окей? Ух ты. Ёптать, крысы эти. Снор! Помогите снорку убить, пацанчик. Ну, со снорками? Да уж, неплохо мы их уложили. Ну что, идем дальше? Ты идешь, мы остаемся. В смысле, не понимаю. Чего ты не понял, болван? Ты сейчас спускаешься и проверяешь там все, а нам потом доложишь, что там есть уцелевшие. Мы тут жопы рвать не собираемся. Вы просто сливаетесь. А если я вашему пахану расскажу, что вы меня кинули и дальше верхнего уровня не стали спускаться? Пахану рассказать снова, а? А может мы тебя тут рыло в кисель разукрасим? Не хочешь, чтобы оно бифштексом стало? Дальше иди, усек? А мы тут посидим. Ну и скоты же вы. Я вам помог зачисткой завода, а вы мне так отвечаете. Слышь, ты на кого паяльник разеваешь? Кому ты там помог? Я слышал от нашего, что ты валялся, пока наши пацаны подыхали. Так что не надо тут загонять. Что-то реально спаситель. Ладно, пусть будет по-вашему. Хорошо, я вас услышу. Питоны. Но они мне хотя бы мешать не будут. Я тут теперь аккуратненько, все спокойненько осмотрю. Детектор достану только. Лучше с ним ходить, чем без него. Да, тут всякие вояки лежат, полумертвые уже. Ну и совсем мертвые тоже есть. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Аккуратно надо все проверять. Может, что интересное найду. Если не найду, то плохо. Если найду что-то, то будет очень даже хорошо. Но пока ничего нет. Так. Здесь у нас жарко, да? Ага. Аккуратно сюда. Так, артефакт где-то заспавнился, только понять пока не могу где. Ага, капля. Собака, как мне тебя достать? Ага, достал. Ну, пока хз. Ай. Я, блин, даже аптечками не затарился. Вы меня... А, нет, а затарился. У меня есть. Хорошо. Ай. Так. Это менее. Там еще есть артефакт. Один. Где-то в той стороне уже только. Ну, пошли туда, а чё? Мне делать-то особо нечего. Ага. Ну, как они говорили, то, что тут артефактов до хрена разных крутых. Ну, блин. Один огненный шарик, одна капля и одна слизь. Ну, такое себе на самом деле. Можно было и побогаче на самом деле. Чё, тут все? Ну, вот туда мы еще не ходили. Тут какая-то установка. Угу.
Вниз спускаться тоже смысла нету. Так, сюда я ходил. Ну да, у меня один маршрут остался, это вниз спускаться. Там мы были, правильно? Правильно. Ну да, все, почопали тогда вниз. Что мне еще делать остается? Ничего. Найти мастера живым или мертвым. Вот эту штуку сейчас перепрыгну аккуратно. Ага. Че, дальше там ни хрена? И артефактов, как я вижу, ни хрена тоже. Сейф. Сначала сюда пойдем. Ага. Услышал. И че вы на меня жути нагнать решили? Найти код от двери. Хорошо. Понял. Пойдем в эту сторону теперь сходим. Ах ты, сука. Полтергей. Где ты, мразь? Стой. Ай. Зачем ты ящиком-то меня? Я ж хороший, ты меня ящиком. Так. Ну пошли сюда. Сначала. Тут побродим. Но вроде ничего нет. Ну вот еда есть. Патроны возьму, еду оставлю. Каким-нибудь бедолагам, которые сюда забредут и с концами. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Темновато, если честно. Тут. Но, блин, ПНВ, наверное, не лучший вариант. Да, такой. Дерьмовенький он у меня. Говорю, комбез бы какой-нибудь найти. Хороший, добротный. Вот где только? О, дебил. Три выстрела, и ты отъехал, понял? Дебил. Так. Так. Пара-па-па-пам. Угу. Ну, здесь я по краешку. О, научную аптечку вижу. Ага. Найти код от сейфа. Так что-то нету пока ничего. Так, там я все осмотрел, правильно? Ну, мне... Да, сюда теперь. Теперь эту надо часть осмотреть. Давай сначала сюда. Я слышу. Кровососа я слышу. Чё ты... Дебил, сука. Взял, поцарапал меня. Даже щупло не выронил. Да ты как так-то, а? Я бы в подземку агропрома сходил. О, вот и, кстати... Угу, опытный сталкер. Это мы заберем у тебя. Чего у тебя еще здесь есть интересного? Разряжем. 5.56 на 45. Не, у меня 5.45. Эх, у меня твой 101 калаш. Говна-то надо. Карта с ПДА. Карта, на которой отмечено расположение тайника группы свободы и какой-то ПДА. Комната с колбами, лаборатория X18. Коды от двери X18. Запись добавлена. Посетить чего? Попасть в соседнее помещение. Угу, угу. Помощь Михалычу. Ёптать. Радиолюбитель дождаться сообщения, выждать момент, вытащить немого. Вернуться за артефактами торговца, смотреть все уровни в одиночку, проверить место, отмеченное на карте. А как? Путеводитель. Записи. На теле одного из бандитов на АТП нашел... ПДА. Я-то думал, какого хрена... наша связь не уходит. Пришли, ну, понятно. Коды от дверей. Информация с ПДА сталкера. Код от дверей на верхнем ярусе. На нижнем ярусе. 9524. Подожди. Локации, кордон, бар, лаборатория X18. А где? Проверить место, отмеченное на карте. А какое там отмеченное-то? Еще раз. Карта, на которой отмечено расположение тайника группы свободы. И какой-то ПДА.
У меня здесь карты нет. Энциклопедия, оружие, персонажи. Сейчас минуту посмотрю хотя бы, где это. Что-то непонятно, если честно. Возможно, это реально в другой комнате все будет происходить. Но хз, хз. Ни хрена не вижу. Блин, а у меня фонарик просто садится, поэтому я ни хрена не вижу. Сейчас зарядим. О, так-то получше будет. Чё тут? Тут что-то непонятно. Здесь по-любому что-то есть. Например, артефакт по-любому. Нет? Нет. Артефактов тут тоже нема. Вон там что-то валяется. Это что? Если я здесь наткнусь на... этого псевдогиганта, будет... полтергей? Нет? Ну да, слушай, это псевдо. Только дохлый. А чё он дохлый? Это... а, это Бюрер! Ха, дурак, что ли? Ты чё? Осёл? Ух ты, нифига ты. Дурак, что ли? Нет, здесь не пролезу. Обидно, печально. Ну давай, выходи из своей парашной защиты. Дебил, блядь. Рука Бюрера. Отлично. Так. Это чё, куда меня поведет? Тикс, чё тут? Ничего полезного. Сейчас, минуту. Так, ну здесь, по-моему, больше ни черта и нету. Ладно, пойдемте на нижний ярус. Там, где обычно в оригинале документы лежат. Хотя бы здесь вот еще одна комната есть. А, не. А здесь что? Ладно, пофиг. Какой там код еще раз от замка? Что-то 9, что-то... что еще раз? Ну-ка, записи. 9524. 9254. Что, неправильно написал? Я что, осел? 9524. Господи, 9524. Сохраняемся. Так, потроша. Водичка. Ага, рюкзак. Тихо. О, ни хрена себе, смотри, как комбинат СП-99 и колок. Ну я вытяну, конечно, это все. А это что? Ага. По прозвищу Лемур. Доступна одна запись. Ну, ладно, давай все заберем. Записи Лемура. А, они просто добавлены были. Хорошо. Блин, но я пока не хочу на натовский калибр переходить. Да и тем более у меня он охрененный гром есть. Правда, я на него этот прицел поставить не смогу. Ну и ладно. Термозащита 50. Химзащита 65, 70. Броня 10. Здесь что? Броня 9. Ага, ну тут типа броня получше, но удар и взрыв прям совсем меньше. Ну не знаю, не знаю. Можно задуматься о том, чтобы пересесть на этот комбез, конечно. А, подожди, надо записи было прочитать. Так. Они, наверное, сюда добавлены, да? Путеводитель, записи, заметки Лемура. В помещениях лаборатории X18, где был найден ПДА сталкера по прозвищу Лемура, доступна одна запись. Мы с Артемом еле-еле прорвались сквозь натиск бандитов. Их больше нет. Судя по всему, документы где-то в главном зале. Но туда доносится странный звук. Если бы не шанс на миллион, хрен бы я сюда с этим геологом полез. Оставлю найденное в лаборатории научник и свою винтовку. Со снайперским прицелом на всякий пожарный. Хрен его знает, что будет дальше. Понял.
В смысле вы хрен знаете, что будет дальше? Так, давай сначала сюда слазим. Здесь обычно. Здесь обычно всякое барахло валяется. Хорошее. Так. Батареи. Ну давай все заберу. Ага, тайник собран. Ну а вот это выброшу, пожалуй. А, у меня же этот есть. Насколько он дается на... Ну ладно, тогда еще более-менее можно таскать с собой. Вон тушкан. Лох. Но здесь больше ничего нет. Хорошо. Значит, мне надо документы забрать, правильно? Что-то тут выращивают эмбриончики. Красиво сделал. Подожди. Ну, документы, которые взять нельзя. Ладно. Это заберем. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ага. Катсцена. Добрался до какой-то катсцены, наконец-то. Я за мышку взялся. Пока непонятно, что это. Я надеюсь, мне по голове не огреют. Как обычно. Тушканица. Или полтергейст. Скорее всего, полтергейст. Вы меня в полной темноте решили оставить, да? Спасибо. И так страшно. Ну пипец. Огромное спасибо. Ох, ёб твою мать. А, блин. Опять эта красная паскудина. Она пипец живучая на самом деле. Вот и все. Да выпендривалась. Мразь. Вернуться на поверхность. Сейчас вернусь. Тут говорят, документы какие-то есть. Ну, по записям, по крайней мере. Ну, что-то я не вижу никаких документов, только всякую медицину. И нет уже. Это не берется. Проверить место, отмеченное на карте. Становление сталкера. Чего? В трупе сталкера на-на-на-на, вероятно, это место как-то связано с группировкой свободы. Нужно туда сходить. Вот только место находится на территории базы бандитов. Вернуться на поверхность. Угу. Понял, я понял. Документов нету? Документов... О, кстати. Человек. Ну, как сказать человек? Что-то уже больше похоже на кровососа. Ладно, валим нахрен с этой хаты. Водички бы попить. Вот это было бы неплохо. Она у меня есть? Она у меня есть. Где выход? Где-то тут? Да, сюда. Сюда. Сейчас тут аккуратнее. Ага, все, перегруз. Понял. Пью. Валим. Валим нахрен. Где выход? Сюда? Где-то здесь. Подожди, где-то тут же проход. Да, вот. Я все уже осмотрел. Здесь больше лови... Бить нечего. Ты кто? А почему свободовец на меня агрессивный был? Ха, он братков положил. Лохи. А вот нехрен было на меня бочку гнать. Сейчас бы, может быть, живыми еще оказались. Скриншот. Так. 4 граната. Ни хрена ты заэтовался. Наготовился тут. Привет, Саня. Я слышал, ты сейчас недалеко от Темной долины. У нас есть для тебя специальное спецзадание. Нужно найти карту, на которой отмечен склад припасов на нашей бывшей базе.
Предположительно, она находится в тайнике X18. Воспользуйся дополнительным входом, ты о нем знаешь. Чего? Основной контролируют бандиты, и лучше им о тебе не знать. Понимаю, что много прошу, да еще и в одиночку посылаю, но сам знаешь, новое снаряжение нам не помешает. Остальное только... Осталось только его найти. Удачи. Да что такое? Это мой новый друг. Я его Виталя назову. АК-74, причем хороший. Ну, типа, усовершенствованный. Ладно, валим нахрен отсюда. На выход. Рассказать Трухлявому о произошедшем. Я знаю то, что его зовут Трухля. Но для меня он трухлявый будет. Так. Но они тут уже это... Как я понял... Освоились нормально. Неужели? Я уже думал, случилось чего. Что удалось узнать? Наткнулся на похожую тварь, удалось расправиться. Почему один? Где ребята? Свободовец. Не знаю, как он там оказался, но он напал на нас без предупреждения. Какой еще свободовец? Мы все время тут были, никого не впускали. Какого хрена там произошло? Если не веришь мне, посмотри от КПК. Я нашел его в турупе. Там говорится про какой-то запасной вход. Странно. Не знаю никаких дополнительного входа. Тем не менее, он туда как-то попал, причем вооружен до зубов. И искал карту тайника. Похоже, этим же занимался тот богатый сталкер, о котором ты говорил. Я нашел его труп. Теперь понятно, почему он в подземку так часто наведывался. Что за карта? Сам посмотри. Я ее со сталкера снял. Там отмечено местохождение какого-то тайника группы свободы, который остался еще со времен пребывания в темной долине. Странно. Ничего об этом не слышал. Он прям под нашей базой. Уверен, монгол об этом даже не знает. А что с ребятами? Не выжили? Мы разделились, когда я вернулся, их тела уже обыскивал свободовец. Жаль, ребята. Ты молодец, и с тварью разобрался. И очень интересную информацию подкинул. Если что, мое предложение еще в силе. Пойдешь к нам в бригаду? Откажусь, наверное, но сочту за оскорбление. Не сочти за оскорбление, но я не хотел бы числиться в бандитах. Расслабься, я тебя не заставляю. Просто предлагаю дальше вести сотрудничество. Если у нас будет работа, я обещаю исправно платить за ее выполнение. Обещаю мокруху не подкидывать. Несколько дней мне так и не предстоит ошиваться в темной долине, так что поработать не помешает, я согласен. Вот и замечательно, сейчас нам как раз нужно как можно больше знать о секретном входе в лабораторию, через который проник свободовец. Если мы его не запечатаем и о нем кто-то узнает, то весь наш бизнес под откос пойдет. Есть какие-то мысли? Есть. На ферме основали сталкеры, они тут еще до нас были, так что... окрестности знают получше. Может, у них что-то получится узнать. Ты у нас пацан вроде как с хорошей репутацией. Лучше тебе пойти к ним. Ладно, наведаюсь. Так, ну я сначала хочу до торгаша добежать. Бандитовского. Нет, я хочу добежать до схрона, до своего. Как минимум. Слышь, брател, подойди-ка, у меня деловое предложение. Какое деловое предложение? Че говоришь, как бантус? Ленька Чикментано. Слушай, классная пушка нужна. Я на янтаре чей-то тайник вскрыл. Там гаусска, как новая. Отдам всего за 1500. Зарядов на нее все равно нет. А деньги ей позарез нужны. Какая-то левая схема. Я откажусь, пожалуй. Я на самом деле к вам по делу. Купишь пушку, будет дело. Нет у тебя никакой пушки, что ты мне загоняешь? Зато 1500 рубликов у тебя точно есть. Заплати, и будет разговор. Держи, ну и барыга же ты. Но вот и другое дело, чего хотел. Я ищу информацию о секретном входе в лаборатории X18. Точно знаю, что такое есть. А тебе оно зачем, мужик? Да там бандиты по 3 шкуры сдирают. Хочу найти обходную, чтобы можно было за хабаром наведаться. Там же... Кроме хлама ничего нет. Что ты там искать собрался? Для кого хлам, для кого богатство? Старую технику ищу. Тогда понятно. Но я не знаю, где такой вход. Первый раз слышу. Ну, жук. Получил плату.
За нее знаю. Чё? А, получил плату за не знаю. Все, далеко пойдешь. Не кипятись, спроси у Немухи. Он недалеко от костра сидит, должен что-то знать, понятно. Он, короче, какой-то разводил, а меня развел. Спасибо. Так, мне надо скинуть весь мой хлам лишний. Я пока этот комбез не знаю насчет него. Не хочу я пока в него пересаживаться. Ох, нифига, туман какой красивый, сейчас покажу, смотри. Вообще ж кайф, да? Мне нравится. Так. В трупе сталкера Мажора нашел карту с пометкой. Вероятно, что место как-то связано с группировкой Свобод. Нужно туда сходить, вот только место находится на территории базы бандитов. Так и чё? Чё у меня ещё есть по квестам? Помочь Михалычу, мастер с кордона. Мечты, бандитские дебри, выждать момент. Вернуть артефакты, проверить место, отмеченное на карте. Вот давай сначала вот это сделаем. Мне еще товарищ наводочку дал, короче, то, что мне стоит все-таки эти три контейнера проверить. Потому что там есть что-то интересное, по его словам. Что он не сказал, но сказал проверить. Сейчас посмотрим. Ну, только голову тушкана заберу, как же я без них проживу-то? Никак, правильно. Так, ну там собаки гоняют. Ай-яй-яй. Сейчас чихну. Жестко, с кайфом. Эх! Спасибо. Так, и чё? А, ну вот тут какая-то лесенка есть. Дырка с лесенкой. Фонарик. Давай ползи. И чё? Пистолет, патроны, инструменты. Хоть бы нычку поставили. Нести инструменты для калибровки. А чё, это типа интересно, ну типа юсп. А, ладно, ну за наводку спасибо. За инструменты. Так, так. Не лишними, так скажем, будут. Но это нычка, которую вот говорят, там якобы свободовцы ставили. Я примерно понимаю, где. Это либо, ну, блин, если по карте смотреть, то это куда-то вот сюда. Но сюда проход нам нельзя. Эта нычка находится вот тут. Ёпта, все равно свалился ведь. Собака. Нахрена я выключу фонарик? Сейчас, погоди. Выберу что-то из этой ловушки. А чё, реально ловушка, что ли? Я ведь полдня буду по воде шлепать. На, тут беги, не беги, он быстрее не идет. А, ну ладно, тут есть как выбраться, отлично. Угу. Ну это вот здесь должно быть. Нет? Еще ниже. А как ниже-то? Я думал, это место. Но нет, нифига. То есть, мне каким-то образом надо куда-то прям вниз-вниз пролезть. То есть, это в ангаре, но где-то снизу в ангаре. Хм. Вот тут что-то я уже не знаю. О, научные аптечки. Я всякого шлака уже у себя насобирал в этом схроне. О, патроны. Еще патроны. Всякий шлак насобирал, который пока не использую. Мне кажется, я вообще до конца игры уже обеспечил себя деньгами. Ну, с помощью артефактов, конечно же. Так, интересно, как же мне туда попасть? Есть еще мысль, конечно. Как-то отсюда это сделать. Но кажется мне то, что это херовая затея. Потому что, ну да. Хм. А тогда как? Непонятно.
Сейчас побегаем, посмотрим. Так, ладно, я, короче, прибег к крайней мере и понял то, что этот квест мне пока что не сделать. Мне идти по основной ветке, потому что я могу делать. Ладно, чё, давайте на этом закончим. Вот тут вот у костра так вот в ряд вот так вот сядем с пацананчиками. С кайфом посидим. Огромное спасибо всем за просмотр. Если понравилась данная серия, поддержите лайком, подпишите на канал, конечно, комментарием. Так, всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока.